Алексей Тищенко, Владимир Сморчков, Алексей Хорошавин пронесут олимпийский огонь по улицам Омска уже в декабре этого года. В Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области представили первую десятку участников эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». Мы начинаем веху нашей олимпиады, «Сочи-2014 года», которая, конечно же, начнется с проноса нашего олимпийского огня по территории Российской Федерации. Во-первых, очень приятно поучаствовать в этом мероприятии, подержать в руках олимпийский огонь, войти в историю этой олимпиады немножечко. Знаете, я хочу сказать, что когда профессионально занималась спортом, я даже никогда не могла подумать, что такое может произойти, да, такое событие в моей жизни. Как-то, когда наблюдаешь вот какие-то олимпийские, предолимпийские вот эти все мероприятия, тоже так же, ну, такая честь людям. Вот. И вот тут вот этой чести удостоилась я. Известно, что эстафета олимпийского огня побывает в 129 городах России, от Москвы до Сочи. Эстафета продлится 123 дня и финиширует 7 февраля 2014 года на Олимпийском стадионе в Сочи.